Сегодня, в первый день весны, проходят первые соревнования Федерации по пауэрлифтингу Украины RAV 100% в этом году. На помосте состязаются спортсмены в отдельных дисциплинах пауэрлифтинга, подъем на бицепс, становая тяга и многоповторный жим. Большое количество сильных команд приехало со всей Украины. Соревнования также присутствуют зачет среди команд, поэтому напряженная борьба не только в личном зачете. Все спортсмены стараются поддерживать друг друга и зарабатывать очки для своих одноклубников. У нас довольно напряженный соревновательный график на этот год. Уже через месяц, 11-12 апреля, состоятся соревнования по пауэрлифтингу классическому, тройборья и жиму лежа, которые пройдут в фитнес-центре Gym for Fit на Одесской, город Харьков. Неоднократно принимаю в соревнованиях в этих участие такого рода. Постоянно здесь радушный прием. Почему сюда мы приезжаем, всегда довольны организаторами. Они всегда нас встречают, как бы мы постоянно с ними контактируем. Сегодняшний турнир очень хороший, очень достойный, сильные соперники. Вся прям борьба у нас упорная, категория полная людей. Уровень очень высокий, хорошее место проведения. Вся атмосфера, все круто встречают, очень все на достаточно таком уровне высоком проходит. Всем доволен, как бы очень рад. В дальнейшем тоже будем приезжать. Не все удалось сделать сегодня, что запланировал последний подход. Ну, будем стараться, будем над этим работать. И все улучшать. Наш клуб «Динамит» открыл сегодня свои двери для участников соревнований Федерации RAV 100. Отдельная благодарность Петру Тищенко, который предложил нам все это мероприятие оформить в нашем клубе «Динамит Джим». Хотел высказать благодарность непосредственно Федерации, сказать спасибо спортсменам, которые поприезжали с разных регионов Украины. Вот. Ну, а также хотел пожелать нашей молодежи, чтобы занимались спортом, принимали участие в подобных соревнованиях. Ну и побед, конечно же.